Всем привет! У микрофона Веля! Ребятушки, топ-1 вопрос под предыдущими роликами, топ-1 вопрос в комментариях, это Веля, когда Competitive Pack добавят на рынок? Да, многие заметили, как и я заметил, что Competitive Pack в обновлении 0.20.0 у нас убрали. То есть все здесь из акций, только получается Legend Spin. Вот, мы заходим на рынок, что мы видим? Видим, что есть у нас Competitive Collection здесь, все есть, и как бы типа, ну нету у нас, собственно, возможности продать скины, а в скинах-то у нас что было? Это для тех, кто, собственно, с подключением, да, 2 года нельзя уже продавать Competitive Pack. Собственно, у нас был Butterfly Firestorm, я помню, вот, у нас был M-ка Firestorm, да, Pixel Storm, да, и было очень много других еще скинов, по-моему, еще на Tech9-зово, нет, вот, у нас был еще Калаш, и у нас, по-моему, был еще 5-7, да, это то самое обновление, где добавили 5-7, вроде бы это было 0.14.0, если мне не изменяет память, потому что, ребятушки, ну, 2 года этому Competitive Pack'у, 2 года, и это типа габелла. Ставь лайк, подписывайся на канал с колокольчиком, комментарий, обязательно, бро, в Telegram подписывайся, пожалуйста, потому что там я набираю людей на прокачку, хочу видеть именно тебя, хочу взять именно тебя на прокачку, братик. Многие меня спрашивают: Веля, как с тобой связаться, как задать тебе вопрос и получить на него ответ? Ребятушки, я завел себе Ask Me, где каждый из вас сможет задать мне вопрос и получить на него ответ. Ссылочка в описании. Итак, собственно, когда добавят у нас Competitive Pack, собственно, на рынок? Давай, чтобы ответить на этот вопрос, во-первых, не будем плеваться в монитор, зачем я постоянно это делаю, а во-вторых, вспомним, что у нас было с прошлым Competitive, точнее, он назывался Assistant коллекция, да, во-первых, ну, типа, у нас Assistant коллекция вышел, то есть Competitive у нас точно выйдет 100%, это для тех, кто у нас паникует постоянно и говорит: «А, Веля, все, зачем я покупал тогда Competitive, боже?» Мой. Нет, смотрите, ну Assistant коллекция это вышла. Собственно, M9 Bayonet Blue Blood, супер-мега дорогой классный ножик, он стоит нифига себе 6000 голды, это очень классно. Морган тоже будет повышаться в цене, потому что эти скины больше нигде не достать. Предатор и спорт у нас 1500 почти стоит, я помню, когда спорт у нас стоил 500 голды, то есть все эти скины, которые вы купили с Competitive коллекции, они, ребятушки, как бы, собственно, ну, есть варик их не продавать прямо сейчас, когда оно, типа, выйдет, да, вот, а есть варик продать, ну, типа, а есть варик держать у себя эти скины-ка, ну, типа, они будут же по-любому прям набирать в цене, собственно, а потом их продавать. И знаешь, это как с кейсами, которые выходят на рынок. Значит, если что, через 2 месяца, чуть меньше 2 месяцев, у нас Хэллоуин. И то есть разработчики по-любому нам подготовят хэллоуинское обновление, это 100%. То есть у нас что? У нас получается в году день рождения, у нас новый сезон, у нас Хэллоуин и у нас новогоднее обновление. У нас в год 4 обновления. Это что, очень классно, эксельболды красавцы. Вот, и через 2 месяца Хэллоуин. В общем, на самом деле к Хэллоуину будет на самом деле все известно. Либо до Хэллоуина нам добавят, получается, возможность продать Competitive коллекцию, потому что, ну, типа, я не думаю, то, что в Хэллоуин обновление как-то это все дело багнут, хотя есть очень и очень много об этом мыслей. Знаешь почему? Потому что в магазин еще всякие темы добавят, там, по типу Хэллоуин стикер пака, либо Хэллоуин чарм пака, да, что-нибудь такое. Вот, и будет какая-то движуха явно с рынком. Что я вам еще раз посоветую обязательно, чуваки, не продавайте Competitive коллекцию, ребятулечки, не продавайте Competitive коллекцию с самого начала, потому что эта коллекция будет стоить очень и очень и очень и очень, и очень дорого. Да, на самом деле, поддержать. Не понимаю такой, огромного ажиотажа вокруг Competitive. Если вы хотите, конечно, лайк, типа, ставьте. Я, возможно, там вопросик разработчику задам. Может быть, как-то, знаешь, поширудю немножко информацией. Вот, собственно, самая горячая тема — это Competitive Pack, продажа на рынке и так далее. Понимаю, на самом деле, почему. Потому что, как бы, типа, у нас есть БПшечка, да, у нас есть пины, у нас есть кейсы, у нас есть... Есть вообще открытый рынок, где можно купить всякие различные скинчики, и вы уже хотите избавиться от тех скинчиков, ну, типа, с которыми уже наигрались, этой бабочкой, да, по-любому. Вот, хотите ее скорее продать, уже получить голду и купить себе новый какой-нибудь, там, не знаю, инвентарь. Типа, у меня есть другой вопрос. Лично у меня вопрос вам, как бы это разговорный формат, комментарии пишите. Как вы думаете, стоит ли добавлять следующие какие-то Competitive паки?
Смотри, в чем прикол. Stand of 2 уже довольно-таки хорошо монетизируемая моя игра, потому что у нас есть Battle Pass, у нас есть спины, у нас есть кейсы, у нас есть рынок, вот, и добавлять Competitive Pack в акцию, не знаю, парни. Чисто потому, что эти скины, они супер уникальные, они супер такие, знаешь, типа, те скины, которые будут ультра-быстро расти в цене, наверное, да, но просто прикол в том, то, что вообще Assistant коллекция, самая первая Assistant коллекция, самая первая, типа, знаешь, а-ля пак, а-ля Competitive. Ну, типа, почему его вообще добавили? Потому что раньше, парни, не было ни БП, не было ни спин-офф, были только кейсы и только рынок. Все, понимаешь? Были только кейсы и только рынок. И конечно, компетитив в паке, это была такая довольно-таки уникальная тема, уникальная акция, как говорится. И, по сути, компетитив паки для разработчиков неплохо окупались, понимаешь? Вот, но сейчас, когда у тебя есть БПшечка, когда у тебя есть куча возможностей, чтобы купить те или иные классные скинчики, стоит ли добавлять компетитив пак? Напишите об этом в комментариях, пожалуйста. Ну, вот именно новый, знаешь, компетитив пак, какой-нибудь там он будет, как-нибудь по-другому будет называться, там, не знаю, там типа шутинг пак, чем-нибудь такое, или, ну, короче, вы поняли, да? Вот, но на рынок его 100% добавят, я говорю всем тем, кто сейчас бегает, кричит мне по комментариям, типа, все, Габелла, нас обманули. Вот, фильтр добавили, все, значит, эта коллекция 100% будет на рынке, иначе этот фильтр бы просто не добавляли, понимаешь меня, о чем я, да, собственно? Вот, ну и давай так, вот если ты хочешь конкретику, мне кажется, что, ну давай так, через месяц, понимаешь, вот лично по моему ощущению через месяц, почему? Потому что явно аксели будут выпускать еще до хэллоуинского обновления еще какие-нибудь патчи, потому что игру нужно патчить, это 100%, нужно патчить оптимизацию, и под патчи можно офигенно еще сделать обновление, где можно наконец-то уже выкладывать, собственно, ну типа на рынке откроется, собственно, фильтр, откроется, собственно, компетитив, да, вот, и все это дело будут продавать. Лично я немножко похалдю свои скины, потому что, опять же говорю, нифига себе, можно с этого ножа поднять, тем более это нож бабочка, понимаешь, можно с этого ножа 1004 точно будет поднять. Либо это с самого начала его выкладывать, да, когда, типа, там, ты не спишь, там, ночью, выходит, там, коллекция на рынка, а все коллекции на рынок выходят ночью, вот, поэтому это будет, типа, знаешь, это будет неожиданность, ты будешь спать, просыпаешься в школку, да, компетитив пак уже на рынке, ты смотришь, там уже цена упала, капец, вот, потому что самые первые предложения, самые дорогие предложения, и когда люди заходят, им срочно нужна новая бабочка, понимаешь, он видит, что там, типа, эта бабочка продается, там, типа, за 4000 голды, он ее покупает, а потом проходит неделя, и эта бабочка, не знаю, будет стоить, там, 1000 голды, или 1500 голды, понимаешь, о чем я? Вот, и, в общем, халдить либо продавать с самого начала, потому что ценник будет офигенный. Лично я это и планирую. Когда выйдет, собственно, коллекция на рынок, я, конечно, самым первым об этом узнаю. Это еще одна офигенная возможность подписаться на мой телеграм-канал, потому что я вам это, типа, собственно, дзынькну, да, что, мол, типа, вот, компетитив пак вышел на рынок, там, типа, скорее его продавайте, но там уже нужно выбирать, какой ценник вы, за какой ценник вы готовы продать, собственно, скинчик, компетитив пак. Ну, парни, давайте так, у нас сколько в году у нас, собственно, ну, 4 у нас обновы в году, да, на самом деле, и, в принципе, ну, осталось ждать всего ничего до компетитив пака. Я, ну, тоже с вами удивлен, почему акцию убрали, собственно, сами предметы, сами скины не вывезли на рынок, но все-таки, знаете что, Exlibolt — это большая компания, это большая студия по разработке игры Stand of 2, и у них прописано, блин, на 2-3 года вперед, что они будут добавлять, что они будут убирать, поэтому ни в коем случае не думайте, что что-то у них пошло не так. Все, у них есть явная дата, у них есть явно все уже пропланировано, когда выйдет следующий патч, когда нам оптимизацию повысят, когда нам это сделают, эти баги уберут, понимаешь? Вот, и все, с патчем все будет у нас в игре, собственно, понимаешь? Вот, по поводу, собственно, стоит ли, будет ли вообще Варик покупать следующие паки? Однозначно, я буду 100% покупать паки, потому что с первого, знаешь, типа, в первую очередь, я как коллекционер, выходит какой-нибудь пак, я его покупаю обязательно. А потом, типа, знаешь, ну, паки, на самом деле, хоть и у Exlibolt есть очень много возможностей монетизироваться, а особенно давая мне фаб-бум статрековский, все равно паки — это уникальность. Помимо медальки, которую ты получишь, я очень надеюсь, что... Едри! Все, говорю, парни, это разработчики намекают, все, забей, слушайте меня внимательно, и сейчас лайки поставьте, если что, да? Все скины, которые добавляют в паки, вот такие вот, типа, компетитив паки, да, это скины, которые, типа, супер-мега-уникальные. Не каждый готов будет покупать пак, а пак
пак. Пак покупается не за голду, пак покупается за рубли. Если голду ты, в принципе, можешь нафармить, не донатя в игру, то, собственно, пак покупается чисто за рубли. И не все готовы покупать паки за рубли, да, понимаешь? Вот, из-за этого эта коллекция еще становится такой, знаешь, уникальной. Вот, поэтому, собственно... Поэтому, собственно, ну, чё я буду одно и то же повторять, чуваки? Халдим, ждем, хэллоуинское обновление совсем скоро выйдет, вот. Мне интересно, когда будет уже потихонечку просачиваться информация про хэллоуинское обновление, что там будет. По-любому, вот тот режим инфекшн, который... Я вам еще говорил про режим инфекшн еще перед выходом 0.20.0, и я думаю то, что, типа, это режим, который был заготовлен еще для хэллоуинского режима, да, потому что, как бы, не все делается в последнюю очередь. И Эксельболты делают грамотно, потому что у них 4 обновы в год, и нужно как бы не за месяц до обновы что-то делать, а желательно за полгода до обновы что-то делать. И все уже проработано, как говорится. И сразу, как только выходит Competitive Pack, смотрим на ценники. Я еще раз, пожалуйста, призываю ребят не сливать Competitive Pack за ультра какой-то там дешевый прайс. Я вам скажу так, то, что ваш Competitive Pack стоит очень дорого. Бабочка, вот эта вот Firestorm, да, которая вот, собственно, она покупалась с Competitive Pack, она стоит, ну, как минимум, ну, не знаю, ну, 4000 голды она должна стоить. Ладно, 3000 голды минимум, потому что сколько вообще бабочки-то стоят? Давай посмотрим. Зайдем бабочки Butterfly, сколько они стоят? 2. Давай, 3000 минимум, потому что, как бы, эти бабочки еще можно нафармить через магазин, через Fable Case, а бабочки из Competitive Pack'а их уже не нафармишь. Все, их определенное количество есть уже в игре, понимаешь? Все, их уже не нафармить. Вот, поэтому давайте все это дело делаем с головой. Ну, я последний кейсик открываю, собственно, да, последний кейсик открываю. Я еще сейчас, возможно, подумаю, о чем я с вами не говорил. Если есть какие-то темы, вопросы, обязательно задавайте это все дело в комментариях, потому что я вот увидел... комментарий, я такой, оп, все, иду, как говорится, записываю. Подожди, откуда у меня еще самурай? А, ну, самурай я потом выбил, да? В общем, подытожим, давайте. Скоро хэллоуинское обновление. К хэллоуинскому обновлению по-любому сделают какой-нибудь, ну, типа, по-любому выпустят этот competitive pack на рынке, потому что? Потому что в магазине еще нужно будет всякие интересненькие штучки добавить, там, по типу чармпаки и так далее. Еще до этого выйдет патч по-любому с оптимизацией. В патч тоже можно это все дело закинуть, именно выход на рынок, собственно, competitive коллекции. Competitive коллекция выйдет по-любому ночью, как и все остальные коллекции, которые выходят, они выходят ночью. Вот, по поводу продажи своего ножа, либо своих скинов, обязательно, либо сразу после выхода скинов на рынок вы их продаете, потому что есть еще какой-то определенный ценник, либо вы халдите. Сколько халдить? Наверное, год придется халдить. Ну да, чтобы нормально продать, собственно, свой нож. Извините меня, знаете, сколько стоил у нас ассистент этот, блин, М9 Blue Blood? Он стоил 2000 голды, сейчас он стоит 6000 голды, понимаешь? А в M-Sport, я помню, за 500 голды, сейчас он стоит 1100 и будет повышаться, повышаться и повышаться. То есть такие скины, они дорожают, дорожают, дорожают и дорожают довольно-таки быстро. Вот, ну, типа, если мы берем там, допустим, в расчет кейсы те же самые. Вот, и, собственно, и давайте так, если будет еще какая-то интересная информация по поводу даты выхода Competitive Pack'а на рынок, я вам обязательно запишу об этом ролик. У микрофона был Веля, спасибо большое за просмотр, за лайк, за подписку на канал, за колокольчик, за комментарий особенно и за подписку в Telegram, потому что мне нужны очень сильно люди на прокачку. Но у микрофона был Веля, спасибо большое за просмотр. Не забывайте, ребятушки, я вас очень сильно люблю. Если что, проинформирую. Всем удачи! Пока, ребята!